Довели до ума, доведут до парка. Велодорожку на улице Ермака продлят до стадионной площади. Работы уже идут полным ходом. Участок проезжей части для двухколесного транспорта от госуниверситета до парка составит 420 метров. Мы рассчитываем, что погода не подведет. Думаю, что в начале августа мы постараемся выйти на завершающие этапы. Посмотрим здесь, как показала практика даже по прошлому году. Велосипедисты начинают кататься чуть раньше. Мы еще не успеваем разметку нанести и знаки поставить. Велосипедисты уже вовсю ездят. Соответственно, думаю, где-то так, в начале августа мы уже, наверное, объект завершим. Стоимость работ чуть больше 2 миллиона рублей. Основной каркас будущего участка уже заложили. Скоро засыпят щебнем и покроют асфальтом. Проезжающие велосипедисты с надеждой следят за ходом работ. Дорожку надо. И мы пешеходам мешаем, и нам пешеходы мешают, и на трассу не вылезешь. Так что дорожка в любом случае нужна. Единственное, что вызывает опасения у велосипедистов – прохожие. Некоторые пешеходы любят погулять по новым дорожкам. Чтобы этого избежать, вдоль велотрассы установят специальные знаки. Главное для нас важно, потому что вот они тут же едут, и скорость у них по-разному, особенно у детей. Ну, все надо соблюдать. Раз велосипедная дорожка, пусть едут, а мы по краешку здесь пройдем. С колясочками. Велодорожка в скором времени появится и на площади Ленина. Еще одна трасса для велосипедистов пройдет вдоль набережной Увиде от Банного до Соковского моста. Мария Попова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.